Всем привет, дорогие друзья, с вами Йод, а это клуб настольных игр Мир Коробки. И сегодня у нас неожиданная распаковка, потому что нам пришла посылка из России от компании «Звезда» с заменой компонентов для тикеля. Поэтому мы снимаем вот буквально телефон без штатива, без подготовки, ничего не переделано. Ну что, рассказываю вкратце историю. Есть такая игра «Тикль», мы купили ее, во время игротеки на нее разлили целый стакан горячего кофе, из-за чего картон не просто намок, он начал набухать и рвать поле, рвать компоненты и так далее. Сейчас компоненты находятся дома, я их пытался реанимировать, но, скорее всего, мы просто попытаемся там, где порвалось, снять лишний слой и докрасить кисточкой, вскрыть лаком, в общем, как-то реабилитировать, но вряд ли это уже будет нормальное поле и нормальные гексы. Вот. Потом я сделал пост, что у нас залили игру, вот, печально, страшно, все поплакали. Через буквально сутки пишет представительство «Звезды», вот, опишите свою проблему, мы вам можем выслать заменные компоненты. Я, вау, ничего себе, пишу буквально через 2-3 дня, они пишут, да, мы вам вышлем. Они высылают, и вот буквально через 2 недели приходит мне посылочка из издательства «Звезда» с сменными компонентами. Ну что, заглянем в эту посылку и заглянем в нашу коробку. Заглядываем в коробку, там у нас, к несчастью, остались только правила, пирамиды. А, и спаслись у нас от кипятка, спаслись подсказки, что самое важное. Вот. И смотрим, что же у нас в посылочке. Пакетик увесистый. На почте спросили, а что это такое? Я говорю, там картон. Они читают, да, картон. Так, как-то можно аккуратненько красиво открыть? Да, можно аккуратненько красиво открыть. Нет, нельзя аккуратненько красиво открыть. Вот. КГ Харьков. Вот здесь мой адрес, никто его не видел. Завернута достаточно по-простому, но тем не менее она дошла целой, то есть никакой ни пупырки, ничего нет, но ни сбитых краев, ни потертости, не намокла, ничего с ней не случилось, что здорово. Вот, огромное еще раз спасибо «Звезде». Так, сейчас мы срежем оставшееся аккуратненько. О, также нам, друзья, смотрите, уже нам прислали фирменные календарики «Звезда». За это вам отдельное огромное спасибо. Вот на 2020 год. Ламинированные, очень качественные. Мне понравилось. Спасибо, друзья. Вот. Ух ты. Так, это убираем. Итак, да, пришли подсказки. Вау, будет два комплекта, здорово. Причем, у меня есть подозрение, не, вроде одинаковые правила. Да, ура, все такие же. Вот, самое важное, пришло поле, друзья, это то, что там у нас вот такой бугор образовался. Вот оно поле. А-а-а, порванное поле, друзья. Ой-вей. Ой-вей. Ну, хотя бы оно не в пупырку все. Это мы подклеим. Я думаю, не так страшно. Вот. Что-то, как говорится, пошло не так. Ну ладно, зато оно ровное и без этих. Не со стертой картинкой из-за того, что порвалось. И самое ценное, самое нужное, то, что у нас пострадало, это гексы тоже. Большая часть гексов погибла смертью храбрых. Вот они, наши красавцы. Тоже вот уже из литничка они выпадают. Все выдавливается идеально. Вот, идеальная вырубка. Все, все целенькое, ура. Вот, потому что наши гексы там более 15 штук просто погибли смертью храбрых, а у остальных края просто набухли и обратно не захотели ссыхаться. Вот, вот такая вот небольшая распаковочка, конечно, порадовала календариками, не порадовала тем, что поле слегка повреждено, но оно не повреждено не критично, буквально капля клея все исправит. Огромное спасибо, «Звезда», огромное спасибо, я не почитал перед обзором, перед экстренной распаковкой, тому парню, который писал мне в личку, который лично отправлял эти компоненты для настолки, потому что посылки «Звезды» не доходят до Украины, если они отсылают их напрямую. Еще раз огромное спасибо, всем пока, всем удачи!